скрытие, что дальше происходило, по данным адресу. Привела сюда ребенка, пришла вместе с ним. В этот дом? В этот дом, да. Дальше что, как зашли в дом? Прошла здесь, по тропинке, залезла через окно. Через какое окно? С какой стороны, покажете? Вот здесь надо пройти? Да. Для... происходило? Нажгла зажигалку, походила, так как здесь было темно, пошла в ту комнату, посмотрела. Показывайте, в какую комнату пошли. Проходите. Проходите, проходите. Говори! Где нашли? Показывайте. Валялся на полу. Где на полу? Здесь, в комнате. Конкретное место можете показать? Не вспомните. Нет. Ну, здесь, наверное, где-то. А что нашли-то? Нашла ремень. А как? Накинула вот так. Вот так, когда он лицом к вам стоял? Да. И потом положила его. Накинули? Как показывали? Ну, сначала положила, потом накинула. Ну, в общем, он потом на полу у меня лежал. Лежал лицом куда? Вверх, вниз?